лидеры Евросоюза не нацелены на сотрудничество с Россией, что играет против них самих, пишет немецкий сайт Неопрессе. ЕС затеял странную игру, в которой демонизирует Путина и старается загнать Россию в угол. Однако так Запад лишь толкает Москву на нежелательный для него же союз с Китаем, что даже может привести к новой мировой войне, считает автор статьи. Он отмечает, что исторический лидер страны играет большую роль в определении внешней политики государства и задает вектор развитию отношений с другими мировыми игроками. Когда среди глав государств еще были ответственные и более или менее самостоятельно мыслящие люди, как, например, канцлер Германии Гельмут Шмидт или Вилли Брандт, то Россию рассматривали в качестве равноценного партнера Запада. Личные контакты глав государств были установлены на достаточно хорошем уровне, а лидеры достаточное внимание уделяли вопросам сотрудничества и мира, считает немецкий журналист. В настоящее же время отношения России и Запада остаются напряженными. К сожалению, в последние годы и даже десятилетия мы наблюдаем совсем другую картину, а интерес к сотрудничеству стремительно падает, приходит к выводу автор статьи.